Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказать. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radionvc.com, на нашей страничке в Facebook, ну и, конечно, на нашем канале в YouTube. С вами в студии Олег Патлок. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Зацепин. Ух, горло перехватило. Я перехвачу, не волнуйся. Телефон в студии, вы помните, если будут вопросы. Да, кстати, ваши вопросы могут поступать к нам не только, так сказать, по телефону, но и вот через YouTube, что часто происходит. Причем наши слушатели из других штатов, а кроме того, из Израиля очень много. Из других стран. Приятно уже, приятно признаться. Давайте пробежим, какие тут... Телефон напомнит, ты забыл. 847-400-5200, это телефон нашей студии. Очень легко запомнить. Я вот смотрю в соцсетях, появляется разная информация, вот в частности о том, что Институт реформы и миграции провел свое расследование и обнаружил, что администрация Барака Хусейновича Обамы выделила $310 миллионов группе, которая тесно связана с Джорджем... Соросом. Да. А для того, чтобы эти группы могли помогать молодым иммигрантам, которые перешли незаконно нашу границу без сопровождения родителей, избежать депортации. Причем это в то время, когда он ратовал за то, что границы нужно закрыть, границы на замок. Никакой нелегальной иммиграции не должно быть в Америке. Ты еще понимаешь, какие двойные стандарты вот администрации. Такой сладкоголосый, так он рассказывает, и народ, вы посмотрите, то, что сегодня требует от Трампа, требуется от него, либералы в основном, требуют от него не действий конкретных, а чтобы он говорил. Они привыкли к этому, разговоры, говори красиво. Говоришь одно, делаешь другое, подразумеваешь третье, вот это. Ну вот, состояние. Может, наконец-то люди уже должны понять, что им главнее, либо, как говорится, мягко сесть или жестко спать, или наоборот, когда человек, может, сказал какой-то ляп, в чем обвиняют Дональда Трампа, и в чем можно обвинить любого президента, потому что даже вот есть некоторые сайты, которые следят за речью президентов, вице-президентов, и вот их задача выискивать вот эти вот ляпы. Все мы люди, все мы человеки, мы все знаем прекрасно, что Трамп не был политиком, и, может, он не закончил курсы РФАЭПИ, вот, может, он не так грамотно говорит, как другими, но кого волнует в конечном итоге то, что говорит, ведь мы же ждем что? Мы ждем того, что он сделает что-то, то, что он обещал нам, и, в принципе, он доказал уже это не один раз, что его слова не расходятся с делом, но, тем не менее, мы всегда должны выискивать что-то плохое в человеке. А вот мы и выискиваем. Еще одно сообщение из Европы, на которую нам либералы все время указывают пальцем в качестве примера. Вот мы должны стремиться вот к тому, что происходит в Европе. Америка должна двигаться в этом направлении. Так вот, немецкие школы и детские сады получили методичку, как выявить нацистов родителей. Да, я читал это вчера. Первый признак. Девочки с двумя косички. Когда у девочек две косички, значит, что у них родители нацисты. Второй признак. Родители побуждают мальчиков заниматься спортом. Интересно, вообще они мотивируют вот эти выводы чем-то? То есть я абсолютный нацист, получается. Потому что я своих детей мотивирую заниматься спортом. Ну, видишь, если бы у тебя еще девочка была, ты бы еще и косички ей заплел бы. Да, и две. Немного косичек. Да. А всего две. Ну да. А заниматься спортом. Методичка разработана фондом, который возглавляет бывшая стукачка Штази по имени Анетта Кахане, кличка Розалия. Частично финансируется кем?
КГБ и Соросом. Джорджем Соросом. Везде наш пострел, везде поспел. Успел, да. И содержит рекомендательное предписание от министра по делам семьи Франциски Гиффи. Исключение делается для художественной гимнастики и синхронного плавания. Вот если... А почему? Не знаю. Вот этого я не знаю. То вообще много вопросов. Кстати, ты знаешь, что Меркель, она отказалась от поста главы партии. Ну, КДС, наконец-то. Потому что так. Методичка сопровождается секретным приложением, которого вы не увидите в прессе. Ни в коем случае не трогать детей, приходящих в школу в мешках с прорезями для глаз и в майках с надписями «Палестинеш» — это не нацистские семьи. Вот так. Так вот, господа либерасты, вы хотите, чтобы Америка превратилась вот в такую Германию? Поэтому вы выходите на марши протеста против Трампа. Ну-ну. Еще одно. Конгрессмен Краули, помнишь такой демократ Джо Краули, которого вышибла Александра Окасио-Кортес? Да, конечно. Он уже там много лет в Конгрессе и, так сказать, расслабился, думал, что он кум, сват и так далее. А тут молодежь наступает. А тут появилась совершенно отмороженная, абсолютно безумная. Но экономист, университет закончил, экономист, безработный бывший бартендер, стал конгрессвумен. Так вот, он заявил, что, обращаясь к своим коллегам, что, дескать, дети, вот, которые на границе, которых отделили от семьи, родителей, да. Они им нанесли такую травму, которую они, так сказать, будут нести всю жизнь, и навряд ли от нее оправятся. Поэтому... мы должны компенсировать материально, то бишь деньгами. Кстати, вчера я увидел информацию, где сказано, сколько семей еще остались разделенными. Сегодня где-то около 80 семей по причине того, что их родители не больше, не меньше, как имеют связь с криминальным миром, что они либо члены мафии, либо какие-то связи с мафией, либо просто преступники. Было изначально разделено, по-моему, что-то около 2000 семей. И, в принципе, все это было исправлено буквально в течение нескольких дней. Но, тем не менее, действительно, видно, что таможенные инспекторы, они проводят какую-то работу. То есть не просто так они детей отбирали у родителей. И не знаю вообще, гуманно ли это то, что дети могут жить в семьях, вот, где родители связаны с криминальным миром. Чему они могут научиться у своих родителей, у наркоманов или тех, кто продает наркотики, или у гангстеров. Вот, поэтому еще 80 семей находятся разрозненными. Ну, наверное, это, я думаю, что правильное решение. Кстати, караван. По поводу каравана, давай вот уже, раз мы уже заговорили. Маленькая коротенькая реплика на YouTube. Hi, Dad! Написал Лэри Пэтлок. Да, вижу, да. Вижу, написал, да, хай, сан. Караван. У Такера был на горячей линии, на прямой линии по видеосвязи мэр Тихуана в полнейшем ужасе. Говорит, не знаем, что делать. То есть, когда их там было 800 или сколько-то человек, еще... как-то они могли совладать с ситуацией. Они поставили какое-то иное количество палаток. Палатки, там биотуалеты, что-то такое. Что-то такое. Сегодня, когда это перевалило за 8 тысяч, он говорит, у нас просто уже нет средств, потому что их надо кормить все-таки. Как ни крути, это люди. И они не могут дать им умереть с голода. То есть им подвозят еду, которая стоит в день там несколько десятков тысяч долларов. Но это маленький городок. Федеральной помощи никакой. Деньги, извините, заканчиваются. Кроме того, значит, сколько там, 500, нет, 200 человек было уже выслано из страны из-за их, как говорится, некорректного поведения. Ну, бандиты, короче, бандиты, грабители. В тюрьмах уже там что-то 600 человек сидит, или не помню больше, по-моему, где-то 600-700. А остальные просто, Такер говорит, а что у тебя там на заднем плане, какие-то горы, там куча, он говорит, это мусор. Мы просто не можем справиться, совладать. Сережа, давай подумай, 8 тысяч человек пришло. А куда им в туалет сходить, простите меня? Вот куда это все вот эти вот... Да,
отходы человеческие. И вот эти 8 тысяч человек приедут в Чикаго, и так славно. Ну, нашим демократам ведь не важно, что там криминалы или бандиты, или, так сказать, нахлебники, захребетники, как хотите. Главное, что это потенциальные избиратели демократов. Вот что самое главное. А плюс еще создадут новые программы. Ведь программ таких существует множество на уровне штата, на уровне федерального правительства, которые помогают нелегальным иммигрантам. Теперь вот еще это что. Это чиновники, уже, которые будут зарабатывать денежку. Об этом уже не раз говорили, что на самом деле большинство этих людей – это никакие не беженцы, никакие не мигранты-эмигранты, что это заранее спланированная, организованная акция, проплаченная, чтобы, как сказать, так сказать, дестабилизировать ситуацию на границе Америки и с Мексикой. А вот теперь вопрос, нужна ли стена или не нужна? Абсолютно нужна, и, по-моему, в Сенате сенаторы готовят билл, который предусматривает выделение 25 миллиардов долларов. Я не знаю, как Конгресс проголосует, потому что мы знаем, что в Конгрессе большинство. Ну, неважно, на сегодняшний день большинство принадлежит республиканцам. Они теоретически могли проголосовать, но если бы республиканцы, которые заседают в нижней палате Конгресса, разделяли вот да, эти опасения, то они бы проголосовали уже давно вот тот законопроект, который предложил Трамп с 4 пилерами, где говорилось о стене, о DV-Latter и chain migration и так далее, и плюс DACA, чтобы решить вопрос. Насколько я помню, 19 голосов не хватило, и в этом заслуга Пола Райана, который категорически против, потому что он сидит в кармане Chambers of Commerce, который финансирует его политику. Я не знаю, какое будущее ему приготовлено, так сказать, куда он пойдет работать. Может быть, с этим связано его нежелание принять протолкнуть. Масть, может, он сменит. Да, поэтому я не уверен, что Конгресс проголосует до того, как они сдадут свои полномочия. Но уж говорить о том, что после января, там, когда придут демократы, возьмут власть в свои руки, Пелоси однозначно заявила, что они не поддержат, так сказать, вот это предложение, что в обмен на строительство стены решить проблему с ДАКа. Да. Она категорически отвергла эту идею. То есть демократы в своем русле. Как я помню, они точно так же вели себя по отношению к Рейгану, который пошел им навстречу. Договорились, что давайте мы, вот, так сказать, 2,5 миллиона легализуем нелегалов, ну а вы, в свою очередь, поддержите решение об укреплении границ, чтобы прекратить этот поток нелегальщины. И демократы пообещали, да-да-да-да-да-да, ну, как всегда, лгуны. Ну, в принципе, ничего, да, неожиданного в этом нет. Ну, я ожидал, что они так и поступят, и они еще раз доказали, у нас звонок есть, давайте примем. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Сергей, вы оптимист? Ребята, вы что? Вы говорите, много программ существует для поддержки нелегальных иммигрантов. Да разве же там много? Вот подождите, придет новый этот самый губернатор наш, Джей Би Притцкер, и он ставил задачу разумное регулирование Firearm и больше защиты для нелегальных мигрантов. Вот тогда мы получим полный масштаб. И вы, падлы, все гады, будете перед ними на коленях ползать. И платите, кормить и любить, а не там и вас. Да, но с одной стороны, они будут, конечно, повышать налоги, безусловно, что происходит повсеместно. Мы к налогам еще вернемся. А с другой стороны, налоги, гады жадные. Ой-ой-ой. А с другой стороны, пожилые люди, которые живут на пенсию от Social Security, будут наблюдать все больше и больше, так сказать, урезание бенефитов, которые повысили. Сергей, повысили. Это уже происходит. У меня друзья-родители находятся на Medicare, им уже урезают такие вещи, которые они получали раньше. Потому что нужно же медикейтом снабдить всех, так сказать, да, ну, а как, легальных, да, как, и нелегальных. И к тому же такой нюанс, когда вся эта шпана бегает по emergency room, вы думаете, госпиталь что, себе в минус это пишет? Да. Нет, он это увеличивает цены на все остальные услуги тем, кто платят. И, соответственно, всем. Так что, ребята, раскошеливайтесь. А вообще, давайте печатать... Все будем не рассчитываться. А? Как вам идея? Еще раз печатать что?
15-долларовые купюры. Давайте мы сами. Что нам правительство? Да. Другого выхода я не вижу. Ну, это их принимать кто-нибудь будет. Нам хотя бы 10-долларовые научиться. Ладно уже. Да, вы абсолютно правы, мы согласны. Спасибо большое. Спасибо. То есть, это не просто, так сказать, это они изображают из себя таких сердобольных, что мы страдаем, но как же люди страдают? Нам рассказывают, что они бегут от смерти, от войны, вот как евреи бежали в 30-е годы от Гитлера, так и они бегут, сравнивают. Сравнили, сравнили, да. А как же, конечно. Во-во-во-во. Ну вот, кстати, насчет пенсии, вот будет повышение пенсии на 2,8%. Вот за, я помню, за время Обамы, он, по-моему, один раз всего лишь повысил на 1%, мотивируя тем, что нет смысла, не нужно повышать, все хорошо, все замечательно. Да, инфляции нет, цены падают. А в этот раз повысили на 2,8%. Но при этом, ты знаешь, в мире все взаимосвязано и все сбалансировано. То есть они повышают пенсию, но в связи с возрастом каждый раз повышается и стоимость Medicare. Вот послушай, я вот думаю, вот повышается пенсия, не повышается пенсия, ну, объясняя тем, почему не повышают пенсию, потому что инфляции не было. Это вот основная причина. А теперь вопрос к людям, которые реально живут на пенсию от Social Security, которые не работали в больших корпорациях, которые, так сказать, зарабатывали небольшие деньги, но честно трудились или не трудились, приехали сюда уже в возрасте, когда они работать не могли, получают эту Social Security пенсию. И вот, скажем, инфляции нет, но вот построили новый магазин Fresh Farm. Да? Fresh Farm вот здесь на углу. Woodman's. Нет, нет, нет. Вот Fresh Farm. Я имею в виду. Был старый магазин, построили новый магазин на Милуоки и Данди. Но это было несколько лет назад. Да, несколько перестроили, лет назад. Перестроили плазы и так далее. Вот, наверное, те люди, которые здесь живут давно, ну, относительно давно, помнят этот старый магазин, помнят эти большие старые тележки. Я был одним из первых покупателей, когда он открылся там, именно старый. Вот, старый магазин. Наверное, помнят, когда можно было на $50, там, или на $60, или на $80, вот эту большую тележку, в принципе, почти битком забить. Большую тележку. Ну, привет. Ты еще вспомни 80-е, 70-е. А сейчас, ну, это я к тому, что ничего, зачем повышать пенсионерам пенсию, когда инфляции нет? А сейчас тележки стали маленькие. И вот на дне тележки лежит какой-то продукт съедобный. И все это те же 50-60, а то и $100. А ты понимаешь, что очень многие пенсионеры получают вот талоны на питание, фудстемпы. И когда им повышают вот пенсию или там дотации с SSI, то фудстемпы уменьшают. Так вот, я не знаю, может быть, мне это так кажется, может, люди, которые действительно живут на пенсии, на фудстемпы, скажут, что я не прав, что цены не изменили, что остались теми же, что и были. Нет, цены не просто остались теми, что были, и они не просто растут там на копейку, они растут на хороший процент. У нас минута до рекламы, да, и давай примем звонок тогда. Вы в эфире, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Вы должны были напомнить тому всем слушателям, что инфляции нет потому, что исключено из инфляции цены на продукты. И на бензин. И на бензин, да. Да. И сделано это было при Джорджи Буше-младше. Окей. Да. Но ведь никто же не запрещал Обаме взять и поднять, так сказать, уровень пенсии. Восстановить справедливость, да? А насчет уровня пенсии Трамп поднял. И тут же на ту же самую сумму была увеличена плата за Medicare. Ну, не совсем так, не на ту же сумму, но, в принципе, да. Поверьте мне, совсем так. Нет, поверьте, давайте будем говорить, не поверьте мне, мы тоже все знаем, насколько повышает Medicare. То есть, ну, в принципе, вы правы, да, повышает цены на Medicare. Мы должны, к сожалению, прерваться на рекламную паузу. Спасибо большое за ваш звонок. Да. Давайте мы послушаем рекламные объявления, послушаем, о чем говорят нам наши рекламодатели, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Напомню, с нами в студии Олег Патлок. Меня зовут Сергей Зацепин. Телефон в студии 847-400-5200. Ну, сегодня, наверное, мы еще будем подробно говорить. Очевидно, Александр, не помнящий, об этом подробно расскажет, но мы не можем не коснуться этой темы. Это резолюцию, которую предложила
делегация США на Генеральную Ассамблею ООН для голосования, осуждающую террористические акты Хамаса. О, и я опять вспоминаю 37-й конгресс Всемирной сионистской организации, где представитель объединения реформистских синагог предложил резолюцию, осуждающую Цахаль за преступление, против мирных жителей Палестины. Слава Богу, спасибо, тем, и включая Сергея, что не проходили эту идею. Вот наши предложили резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН, осуждающую Хамас, и резолюция не прошла, хотя большинство членов Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за, но Россия выступила инициатором, по-моему, или во всяком случае поддержала это предложение, чтобы голосование проходило абсолютным большинством, то есть 2/3 голосов. Для принятия решения необходимо набрать 2/3 голосов. Но это в ООН так. Ну вот. В принципе. Но они могли проголосовать на самом деле простым большинством, и тогда бы резолюция прошла. Ну, в принципе, да. Значит, там мне интересно посмотреть список стран, которые против и которые воздержались. Из знакомых нам Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и прочее, как пишет Александр, не помнящий, красно-зеленая гопота, проголосовала ООН за то, чтобы обстрелы еврейских городов ракетами из сектора Газы — это правильная и нужная вещь. То есть, понимаешь, смотри, что получается, что терроризм поддерживается только в отношении Израиля. Во всем мире терроризм осуждается, с террористами не ведут никаких переговоров ни одна страна. Но когда это касается Израиля, то это считается нормальным явлением. Я должен в связи с этим голосованием отметить делегацию Украины, которая в свое время поступила очень мерзко, поддержав антиизраильскую резолюцию, проголосовав за нее. Подожди, они, по-моему, нет. Они, в этот раз они проголосовали за резолюцию США. Тогда, я помню, они не проголосовали, а они, извините, вышли в туалет. Но это когда, еще раз, значит, а когда первое голосование, вот ту резолюцию, которую Обама на самом деле протолкнул, инициатором антиизраильской резолюции выступил сначала Египет, потом Египет отказался от этого, а Саманта Пауэр, там, с пинка Обамы, начали другие страны подталкивать, и, в общем, они протолкнули эту. Это вообще впервые в истории США, когда представитель США в Организации Объединенных Наций поддержал антиизраильскую резолюцию. И при этом наши вагиноголовые на протяжении 8 лет пытались нам рассказать, что Обама самый большой друг Израиля. Объясняли нам наши вагиноголовые, поименно называть не буду. Не надо, уже все знают об этом. Единственное, очень жалко, что Ники Хейли, вот скоро она уйдет с этого поста. И вот пошла информация по средствам массовой информации о причине, почему она уходит. Значит, она рассказала, что когда она была сенатором, то ее зарплата составляла там $100 000, по-моему. Ее мужа там где-то такая же зарплата, а у них очень большие... Она губернатором была. Губернатором, я извиняюсь. Губернатором. И у них довольно большие были долги. И как видно, они остаются. И она просто решила... Ну, то есть ее резюме будет уже еще и представитель. То есть она пойдет работать в частный сектор, чтобы заработать денег. То есть она решила уйти в частный сектор. В отличие от наших губернаторов и от наших политиков, которые приходят нищебродами. Вот Табумер пришел нищебродом в политику, а сейчас его тренд стоит миллиард. Сколько губернаторов у нас сидит, наших или да, наши губернаторы, которые делают номера. В общей сложности, по-моему, 5 человек, да? Которые делают номера на машине. Мне кажется, знаешь, это уже как бы традиция или наследственность. Вообще это удивительно. Вот когда избирается какой-то... Ну, что касается Прицкера, мне наплевать, что он там заработал до того. И вообще, человек, который приходит в политику богатым, вот это всегда беспокоит демократов. Они начинают говорить, как вот он миллионер, он миллиардер. Это говорили про Раунера, это говорили про Трампа богатым. Их это беспокоит, что человек, как он заработал, а где это он заработал? Что? Человек работал в частном секторе, зарабатывал деньги. Это нормально. А то, что приходит нищеброд в политику и становится миллионером, миллионы дома, становится миллионером,
это наших либерастов не волнует, это в порядке вещей. Там, скажем, Максин Уотерс, которая будет возглавлять комитет, финансовый комитет Конгресса США, которая получает 174 тысячи, сейчас как конгрессвумен, имеет там многомиллионный дом, состояние, или Элизабет Уоррен, которая метит в президенты США, которая становится, работая преподавателем в университете, вдруг в несколько десятков миллионов состояния у нее. Вообще странная, странная позиция. Вот в этом и вопрос. Странная позиция. Откуда? А потом вы удивляетесь, почему? Почему мы в таком положении оказываемся? Почему, вот, в частности, в нашем штате мы в такой заднице, что штат практически банкрот? Что все понимают это. Я не знаю, Хайланд Парк заметит или нет, жители Хайланд Парка, что их налоги вырастут там на несколько процентов property tax. Или в других городах заметят они? Может, они этого не заметят? Не-не, давай вопрос поставим так. Среагируют ли они на это как? Абсолютно никак. Они могут и заметить, но среагируют они однозначно. Абсолютно никак. У меня есть приятель, знакомый хороший, такой left-leaning, скажем так. И его тоже ударили здорово. Ему налог подняли там на десятку, по-моему, в один год сразу на дом. С 25 до 35 тысяч. И он как бы, естественно, возмущался, но при этом мы говорим, ты видишь, к чему приводит вот однопартийная система в нашем штате, что бесконечно растут налоги безмерно. И он говорит, ну я в принципе не против немножко больше платить налогов, но только хочу быть уверенным, что эти налоги в правильное русло, да, пойдут, да, в правильное русло. Ну, как же можно быть уверенным, если сидит 5 этих десятилетиями гавернеров. Сидят, деньги эти растранжиривают куда только могут, и все, что они могут сделать. И еще раз говорю, даже если они будут отбирать у нас 90% заработанных денег, поверьте мне, они свой аппарат раздуют до таких масштабов, они повыдумывают столько всевозможных программ, что и этих денег не хватит. Даже если они все деньги у вас заберут, у них все равно не хватит деньги, чтобы удовлетворить свой аппетит ненасытный. Они же для этого идут. Как выясняется, это раньше, когда-то, во времена становления государства, люди шли служить, ну, работая или занимаясь бизнесом, собирались там, принимали какие-то решения, служили народу, служили жителям этого государства. А сейчас же они явно видят в этом источник обогащения. Вот тут на YouTube наш слушатель, угу, поставил список стран, которые осуждают Хамас и которые поддерживают Хамас. То есть если вы выйдите вот на наш канал, вы увидите, там слева стоят страны, которые поддержали, которые не поддержали. Да. Ну и вот, в продолжении этой темы. Значит, повышают налоги. А почему повышают налоги? Потому что во всех, причем это на всех уровнях, в вилладжах, в городе, в штате, пенсионные деньги, которые с нас собирают, в принципе, изначально, это были деньги, за которые правительство штата или города обеспечивало нам какие-то услуги. Это деньги на наши услуги. Мы покупали. Наши услуги. Когда-то. Что происходит сейчас? Основная сумма денег, которые отбирает у нас правительство всех уровней в виде налогов, уходит на то, чтобы оплачивать непомерно раздутые пенсии, непомерно раздутому штату правительства, который уходит на... Вот вам яркий пример. Некто Денис... Ну, давай примем звонок, потом вернемся к этой. Пожалуйста. Добрый день. Эфир. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Вы случайно не помните, под каким лозунгом 1776 год был? Что-то вроде нет, но taxation without representation. А, да. Какая-то идиотская мысль, я так считаю. Абсолютно, да. Как это так? А, да, но... Но фокус в том, что мое глупое мнение такое, что и обратное, верно. No representation without taxation. Mm-hmm. Потому что, и ведь вы обратите внимание, что отцы-основатели, как они сделали, они сказали, что демократия обязательно, полная демократия кончается диктатурой, тиранией. Это абсолютно. Но об поэтому этом говорит исторический опыт. Поэтому они очень четко лимитировали избирательство. И причем хочу обратить ваше еще раз внимание, я читал очень много, зарывался, что в те времена, в 2800-е, после голосовали и черные, и женщины, если они соответствуют критериям,
имущественные грамотности. Тогда был имущественный ценз. Люди, обладающие какой-то собственностью, имели право голоса. Не только. Они должны быть грамотны, был грамотности ценз и оседлости ценз. Да. Спасибо большое. Это на самом деле вопрос. Но сейчас об этом вслух даже говорить как-то тебя тут же... Я тебя как вирджинианс или как нью-йоркер, а потом уже US-citizen. Да. К сожалению... И вот этот очень важный момент, что человек, который жил на одном... То есть постоянный, который... Короче, skin of in the game. Угу. А как очень хорошо эту тему выступает, это как ее... забыл, Цеха Москвы. Латынина. Латынина. Да, Латынина. Неограниченная демократия, это мы соберем все вместе и решим, как потратить ваши деньги. Да, совершенно верно. Да. Спасибо большое. Вот пока это не изменится, мы будем неизбежно продвигаться в том же направлении, к сожалению. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, мы знаем, что демократы не умеют по-другому зарабатывать деньги. Хотел пример привести. Вот некто Деннис Геннон, который проработал 20 лет почти в департаменте, ну, улица санитарии, так, по-моему, если перевести на русский, это департамент называется. Потом в 91-м году он ушел, он получил возмещение своих пенсионных взносов, а ушел он в Международный союз инженеров-эксплуататоров, Local 150, то есть в профсоюз ушел. Профсоюзный, да. Да. И в конечном итоге в качестве президента Чикагской федерации труда, объединяющей профсоюзные организации. То есть стал профсоюзным боссом. А потом во время своего отпуска, город его нанял в 94-м году, а потом снова на один день. На больше не надо. Нанял на один день и отпустил. Не надо. Так вот, 10 лет спустя он смог уйти в отставку в возрасте 50 лет. То есть ему 50 лет. Он ушел в отставку с городской пенсией по зарплате профсоюза не менее 240 тысяч долларов. Он начал получать более 150 тысяч долларов в год от городской за городскую работу, которую зарплата там была 56 тысяч. Которую вел в течение... Когда-то, а потом один день отработал и стал получать. Вот как растут эти пенсии. То есть человек в 50 лет ушел на пенсию, будет получать, причем деньги он будет получать из казны за то, что он работал на профсоюз. Это удивительные вещи. Хотя на самом деле это должно быть по-другому. Даже либерасты возмутились, даже Квин там что-то по этому поводу, они предприняли какие-то шаги, приняли какой-то закон, что вот человек, который уходит работать в частный сектор, это ему не засчитывается и так далее. Нет, сейчас судья сказал, что ничего подобного. Все нормально, платите, все так и должно быть. Платите ваши денежки. Несмотря на то, что вы даже... открывайте карманы, уважаемые слушатели. А мы будем платить вот этому самому Деннису Геннону из наших налогов. А поскольку налогов не хватает, вы знаете, что в заднице находится финансовая казна, вернее, штата. Значит, что будут предпринимать политики? Правильно. Потому что абсолютное большинство голосов принадлежит демократам, у них даже близко не возникнет такая бредовая мысль, как, может быть, сократить немножко расходы, может быть, так сказать, золотые парашюты отменить городским служащим, чиновникам и так далее, законодателям, может быть, и пенсию им не надо платить из казны, они же все-таки работают парт-тайм у нас, политики-то наши в законодательном собрании работают парт-тайм. Может, не стоит им платить пенсию пожизненно еще всей семье, так сказать, медицинские бенефиты пожизненно. То есть, может быть, вот сюда посмотреть? Не, у них даже такая мысль не возникнет. Первая мысль, которая у них возникнет, это поднять налоги. А вторая мысль, а не сократить ли нам расходы на стариков? Потому что это такая бесперспективная масса. В смысле избирателей. И не будет спорить, и не будет конфликтовать, да, и не будет жаловаться. Потому что а куда жаловаться? А куда жаловаться? Потому что придут в нерсинг-хомы, дружненько проголосуют, потому что люди, которые уже в пожилом возрасте, может, не всегда понимают, что голосуют, за что голосуют, дружненько дадут им проголосовать, и опять эти же самые политики. Но это понятно, это пожилые люди, которыми легко манипулировать, которые, может быть, не совсем здоровы и физически, и по-разному. Вот я хочу рассказать, тут
на нашем канале один слушатель поставил вот историю интересную. Значит, губернатор Калифорнии, он пошел на прогулку в парк собак, и на собаку напал шакал. И вот он вызвал соответствующую службу, которая приехала там, убил этого шакала. А, точно. Потратил... Это история старая. Ты, кстати, губернатором Техаса в то время был Рик Перри еще. Калифорнии тут написано. Ну, а потом дальше там про губернатора. Да, да, и значит, потратили там сколько-то долларов, $200 на это, $500 на это. А, на 6 месяцев закрыли парк. 100 тысяч долларов налогоплательщиков было потрачено на то, чтобы удостовериться, что в прилегающем месте нет других животных. 50 тысяч долларов было потрачено на программу разъяснения населения, как вести себя при встрече с шакалами. Вот. И дальше он пошел на... Техас. Губернатор Техаса пошел в парк на прогулку, тоже напал шакал, потратил 1 миллион 230 тысяч. $23. А, подожди секунду. $23 на патрон. На патрон, я извиняюсь. И пошел с собакой дальше. То есть губернатор Техаса достал револьвер, застрелил шакала. И пошел дальше. Пошел дальше. А в Калифорнии потратили 200 тысяч долларов. Вот чем отличается в Техасе губернатор от губернаторов в Иллинойсе. Кстати, мы говорили о том, о резолюции... В Калифорнии, да. О резолюции, кто проголосовал против принятия этой резолюции. Вот, ну, понятно, там Иордания, Ирак, Иран. Но тут вот почему-то Россия и Беларусь. Беларусь, почему-то. Россия, Казахстан, Узбекистан, да. Ну, Азербайджан. Вот что удивительно. Азербайджан. Непонятно. Азербайджан налаживает отношения с Израилем, пытается использовать, так сказать, достижения Израиля и в то же время голосует против этой резолюции. Между прочим, представитель Израиля поблагодарил те страны, которые проголосовали за эту резолюцию, ну и, наверное, взяли на заметку те страны, которые проголосовали против. Так что, я думаю, против них будут какие-то еще одна тоже определенные санкции. Еще одна история про наш штат. Вы помните, это безумное движение, когда из многих правительственных учреждений были убраны стенды с 10 Ten Amendments. Да. Да. 10 заповедей. Заповедь. С 10 заповедями. Дескать, это вот оскорбляет души этих вот атеистов. Нельзя этого делать. А так вот, в нашем Капитолии в Иллинойсе выставили такой стенд «Сатанисты» с символами сатанизма. Это нормально. Это нормально. Его это нормально. Не убрали еще. Потому что сатанистический штат, сатанистические политики, это друзья сатаны. Давай примем звонок. Добрый день. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Феликс из Денвера. О, здравствуйте, Феликс из Денвера. Здравствуйте, Феликс. Как дела, ребят? У нас все в порядке. У нас в порядке. Чем дальше? Я тут только что услышал ваш рассказ про койота, про шакала. Да-да. И тут же вспомнил анекдот, когда звонит американский налогоплательщик в службу, значит, спасения животных, whatever, и говорит: у меня в огороде змея. А у него спрашивают: скажите, а вы член партии зеленых? Он говорит: нет. Может быть, вы защитник природы, там, Greenpeace? Он говорит: нет. Может быть, вы состоите в какой-нибудь другой организации защиты животных? Нет. Ну так, ёбните лопатой. Хорошо, да. Ребята, вам хорошего настроения. Спасибо. Спасибо. С наступающими выходными. Спасибо. Всего доброго. А еще... Я помнишь, рассказывал историю, как Елена Боннер, которая никогда не обращалась никому за помощью, обратилась к Сергею Брину. Сахаровский центр испытывал проблемы финансовые, она обратилась, и он ей ответил: этот проект меня не интересует. Но за что Google и Брина, наверное, заинтересовал проект Китайской Народной Республики. Они работают на коммунистическое правительство Китая с тем, чтобы создать систему слежек. То есть, на самом деле, удивительные вещи. Ну, правильно. Они рука об руку идут с тоталитарным режимом и помогают ему отслеживать, скажем, людей инакомыслящих. Как вообще это укладывается, вот такие прогрессивные, такие вот свободолюбивые,
У меня... Ну, потому что музыку слушают те, кто ее заказывает. То есть не просто же так его заинтересовал. Не надо рассказывать, что его заинтересовала чистая идея, и да он нет. из этого не получит никаких да нет, материальных выгод. Что... А что Елена Боннер может предложить, скажи? Она ничего не предложила, она попросила денег для того, вот. Чтобы поддержать Сахаровский центр. Это люди, у которых моральная планка отсутствует. Единственная планка – это деньги. Это деньги. Все, другого ничего нет. В принципе, мы то же самое можем сказать и о Facebook. Абсолютно. Если ты знаешь. Не просто то же самое, а еще и больше. Абсолютно. Это, и это настолько, поэтому, настолько контролируемая система. Поэтому не зря они включились в эту борьбу против республиканцев, против консервативного движения, рука об руку с Соросом, с Демократической партией. То есть люди, у которых... И при этом они пытаются читать нам мораль. При этом они пытаются сказать, что мы бессердечные, мы фашисты, мы такие сяки, а сами вытворяют вот такие чудеса. Удивительно. Удивительно. У нас остается буквально минута времени. Да, мы должны прерваться на рекламную паузу. Не на рекламную паузу, мы должны попрощаться с нашими радиослушателями. У нас сегодня до часу, да? Да, у нас сегодня немножко сокращенная программа, поэтому... Мы должны попрощаться. Еще сколько у нас? Минута есть? Минута. А как тебе понравилось поведение Трампа во время похорон Буша? Насколько он сдержанно, без эмоций, держал себя? Ты знаешь, что он нарушил 43 или 45... 45 лет была эта традиция, когда на похоронах выступал президент. Mm. Первые похороны, когда президента не пригласили... Не предложили ему выступить и сказать вот речь. Ты понимаешь, безусловно, как человек, президент Буш заслуживает уважения и так далее, и так далее, но вот этот недельный марафон, честно говоря, я от него немножко притомился. И единственной целью этого недельного марафона было ткнуть пальцем в Трампа. Ну вот сегодня я... Показать контраст, вот какой был Буш, человечный, а вот этот вот. И если ты послушал бы там MSNBC, CNN, каждый выступающий, вместо того, чтобы говорить про Буша, говорили про Трампа. Да. Кстати, очень интересно, много противоречивой информации о президенте Буш, Буш-отец. Если вам это интересно, уважаемые радиослушатели, покопайтесь, почитайте, вы найдете очень много интересного. Он действительно герой войны. Он герой абсолютно. Войны. Абсолютно. Он достойный сделал... человек, он семьянин да. потрясающий. Все это не отнять у него. На внешней политике у него какие-то определенные, вы помните, освобождение Кувейта и так далее. Но во внутренней политике у него были промахи. А что касается внутренней политики, тут несколько иначе все обстоит. Да, но мы об этом, может, поговорим еще в следующий раз, или вы можете сами почитать. Олег Патлак, спасибо. Всего доброго, хороших вам всех выходных. До свидания.